Еще один готов. Печально известная лаборатория по производству метамфетамина в округе Кормак. Снова перестрелка. Обычный полицейский рейд завершился стычкой. В результате вооруженные преступники пытаются покинуть район с деньгами и уликами. По крайней мере, одна нарколаборатория была взорвана. Следите за развитием событий вместе с новостями Sky 5.
Включение известной лаборатории по производству метамфетамина в округе Кормак. Снова перестрелка. Обычный полицейский рейд завершился стычкой. I'm going to go to the hospital.
Ты рулишь! Теперь доставьте ее
обозначенному месту.
Каналу Sky 5 удалось узнать, что сегодняшнее падение самолета в парке Everglades на самом деле связано с наркоторговлей. Полиция пытается оцепить местность, несмотря на решительное сопротивление преступной группировки. Это Sky 5 News. Рядом с...
адовой пушкой! У нас тут джип! Там джип! Джип с тяжелой пушкой! Разнесите это хранилище!